свои деньги восстанавливают мемориалы. Мы стараемся вкладывать в окружающую территорию. И Смоленщина уникальный регион. К нам приезжали приморцы, приехали тымичи. И я уверен, будут приезжать представители других субъектов. Мы всех рады видеть, всех ждем здесь, всем готовы оказывать содействие, потому что действительно так исторически сложилось, в силу своего географического расположения, Смоленщина понесла самые большие потери во время войны и за счет коренного населения, и за счет представителей всех, без исключения, регионов как России, так и всего Советского Союза. Ну, и можно еще... Простите, Родион. Я могу сказать, что я согласен с словами Алексея Владимировича. И вообще, знаете, такие мероприятия, вот, несмотря на их такой особый, конечно, настрой, но они сближают даже во время подготовки этих мероприятий. Ведь мы практически год готовились к сегодняшнему дню. Деньги же не просто выделились и где-то закопались. Да? Это шла работа большая, группа людей приезжали, строители совместные. Поэтому я считаю, что такие вещи не действительно сближают людей, это раз. Во-вторых, мы действительно два региона, которые есть, у нас уже есть контакты по научной части, и мы готовы их, мы тем более с Алексеем Владимировичем встречаемся достаточно часто, и на Госсоветах, мы члены Государственного совета России, поэтому общаемся часто, и, в общем-то, я думаю, что есть у нас... Точки пересечения, которые, наверное, мы поможем. Вот. Но самое-то главное, опять, понимаете, опять обращается к власти. Вот вообще-то бизнес должен прийти к власти и сказать, слушайте, давайте помогите нам. Мы готовы оказать помощь любым, как смоленским предприятиям, так и томским, которые вот решат какие-то вот совместные проекты осуществлять здесь, на территории Смоленской области.